Они занимают парковочные места, портят внешний вид улиц и мешают уборке. Они – брошенные автомобили. Безразличие водителей к судьбе железных коней вынуждает городские власти на решительные меры. Битые окна, спущенные шины, ржавый корпус. Этой красотой любовались жители улицы Гузовского, 40, почти месяц. Именно столько голубая шестерка стояла под окнами жилого дома. Сегодня этот скелет автомобиля отправили на штрафстоянку. Всего в 2017 году было перемещено таких транспортных средств 17. И дополнительно проведена разъяснительная работа с владельцами, которые оставляли свои машины на продолжительное время. Всего с 20 владельцами проведена такая работа. В 2018 году мы переместили с территории района 2 машины. И дополнительно сейчас в работе еще 4 машины находятся, с владельцами которых мы ведем переговоры. Владельцы этой брошенки так и не нашли, хотя просили жителей соседних домов, развесили объявления, обратились и в полицию. Так что теперь автомобиль красуется среди таких же на штрафстоянке на Лапсарском проезде. Следующая на очереди советская четверка, которая пока живет на проспекте Максима Горького. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.